В Индонезии стартовали президентские выборы. На пост лидера страны претендуют два кандидата. Это 53-летний губернатор Джакарты Джоко Видодо и 62-летний бывший военный генерал Прабово Субианто. Он возглавляет партию «Движение за большую Индонезию». Результаты голосования большинства местных политологов считают абсолютно непредсказуемыми. Опросы общественного мнения свидетельствуют о практически равных шансах соперников на победу. Выборы пройдут в один тур, как постановил Конституционный суд. В случае с двумя претендентами этого будет достаточно. В голосовании примут участие около 190 миллионов избирателей.